Михаил Шибанов – один из родоначальников бытового жанра в русской живописи. Его картины стали одними из первых, на которых появились мотивы старорусских обрядов и элементов истории, уходящие корнями в дни полувековой давности. Это не вполне типично для того времени. В XVIII веке художники чаще писали батальные сцены, сцены из античной мифологии, портреты царских особ и лиц к ним приближенных. Однако, невзирая на отступление от правил, Шибанов смог получить признание критиков. Празднество свадебного договора – одно из самых известных его работ. В старину на Руси родители сговаривались о браке детей без их воли. В дом к невесте приглашался жених и его близкие родственники. Отцы семейств заключали соглашение, после чего молодые люди должны были взяться за руки, скрепив таким образом договор родителей. Далее следовало праздничное застолье и обсуждение основных деталей – времени венчания, приданого, количества приглашенных гостей. Расторгнуть такое соглашение, как и состоявшийся брак, было практически невозможно. На картине Шибанова изображен момент подобного сговора. Многофигурная композиция свидетельствует о несомненном художественном опыте и творческой зрелости живописца. Полотно отчетливо делится на две части по краю стола. Слева под образами сидят отцы будущих молодоженов, а также сваты или братья невесты. Слегка наклоненная фигура мужчины с протянутой вперед рукой позволила художнику плавно перевести внимание на главных действующих лиц жениха и невесты. Молодого человека частично заслоняет от зрителя стол. Девушка, напротив, изображена во весь рост, что дает возможность оценить красоту ее наряда. Очень живо придуманы чувства центральных персонажей. Жених глядит на свою избранницу с нежностью и гордостью. Он серьезен и спокоен. Поза невесты, наоборот, кажется неестественной, и ее лицо не выражает никаких эмоций. Чувствуется глубокое нервное напряжение. За спинами молодых видны многочисленные гости, объединенные общим движением. Сговор был значительным событием, поэтому, если позволял достаток, то в дом невесты приглашали не только близких родственников, но и соседей. Атмосфера праздничности и торжественности происходящего подчеркивается яркими нарядами персонажей. Сочные цвета составляют контраст с закопченным стенам избы. Чувствуется тонкая проработка художником колористической гаммы. Фигуры будущих супругов ярко выделены светом, который постепенно приглушается по направлению к правой части композиции. Левая часть и вовсе находится в тени. Слабыми бликами выделены только лица.